С недавних пор у жителей Видного и Ленинского района появилась еще одна причина посетить Расторгуевский парк. Теперь здесь можно не только прогуляться по широким аллеям, но и позаниматься спортом на специализированной площадке, а при желании и сдать нормы ГТО. На новой площадке созданы для этого все условия. Она просторная, размером 10 на 10 метров. Покрытие специальное, резиновое, где исключено скольжение и смягчаются возможные удары в случае падения. А попробовать силы тут можно в тех дисциплинах ГТО, многие из которых входят в число обязательных. Здесь можно сдать нормативы: прыжок в длину, подтягивание, подтягивание на низкой перекладине, поднятие гири. Мы планируем здесь тоже назначать даты проведения, чтобы здесь тоже сдавали нормативы по ГТО. В торжественном открытии нового спортивного объекта приняли участие глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов и серебряный призер чемпионата Европы 2018 года по тяжелой атлетике Наталья Щеголева. Появление площадки стало возможным благодаря госпрограмме «Спорт Подмосковья» при активном содействии администрации Ленинского района. И каждый подобный объект – это еще один большой шаг к здоровью жителей муниципалитета. В любом случае, любая площадка – это большой вклад в развитие спорта и физкультуры. Это позволяет людям, прежде всего, в шаговой доступности выйти и позаниматься. Не надо на стадион идти или в спортзал. Вот, пожалуйста. На открытии площадки прошло вручение значков ГТО. Первым почетным обладателем золота стала наша коллега, корреспондент газеты «Видновские вести» Ирина Клочкова. Девушка не мыслит своей жизни без спорта и со всеми дисциплинами ГТО справилась блестяще. Среди пришедших были и те, у кого сдача нормативов пока только в планах. У 16-летнего Федора Нежинского сразу загорелись глаза при виде новеньких тренажеров и агрегатов. Сегодня я попробовал, и мне очень понравилось, и это интересно. Я собираюсь в будущем сдать ГТО. Я буду готовиться, ну, то есть приходить на такие подобные площадки, подтягиваться, пресс, ну, и упражнения делать разные. Расписание сдачи норм ГТО можно узнать в центре тестирования. Екатерина Коваленко, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.